Друзья, всем привет! Давно-ка я не снимал про Windows 11, про обновление, потому что, в принципе, их и не было. Ну и вот тут, короче, время час ночи, я тут сижу, думаю, дай-ка проверю. И вот пришло первое обновление в этом году. Вот оно так называется. О, видите, как я удачно. Сейчас будет перезагрузка. Сейчас мы посмотрим, нормально все будет с этим обновлением. Если все будет нормально, то можете, в принципе, обновляться. Так, где тут у меня был браузер? Вот, короче, статья. Ссылку на нее тоже под видео оставлю. Дата выхода вот тут написано. Сборка, да, 22.03.4. И, в принципе, это вот первое обновление в этом году, в новом 22-м. И оно тут написано, короче, ничего тут не нового, ничего не будет в этом обновлении. Здесь улучшение, исправление качества. Ну и, в принципе, и все. Тут и, значит, известные проблемы в этом обновлении. То, что некоторые изображения могут неправильно отображать цвета на определенных дисплеях с высоким динамическим диапазоном HDR. Но у меня HDR есть, у меня, в принципе, невысокий, у меня Full HD дисплей, как бы. Надеюсь, меня это не касается. Так, все, перезагружаем, смотрим. О, какая-то ошибка была. Но она, что-то говоря, честно говоря, до этого тоже улетала. Может, она, короче, все та же. Не знаю, что-то она выскакивает, даже я не успеваю прочитать, она пым. Да и хрен с ним. Работает все нормально. Кстати, кто спрашивал, как работает ноутбук, скоро ему уже полгода будет, да? Мой ProBook G7, да, отлично работает. Алюминиевый, все четко. Windows 11, как вы видите, поддерживает. Все быстро, я его заряжаю по Type-C, вот. Видите, вот у меня такой длинный кабель. Вот такая вот сюда, вот тут розеточка. Также я, видите, я iPhone заряжаю. Все вот этими кабелями фирмы Ugreen. Вот, хорошие кабеля, вот такие вот толстые, этот 100 ватт вообще поддерживает. Толстые, крепкие, длинные он. Можно сразу заряжать, вон я сразу тут Type-C, короче, ноутбук заряжаю. Тут же я могу сразу вот Samsung зарядить. Но он у меня уже заряжен, только что заряжал, зарядил Samsung, теперь зарядил ноутбук. И у меня еще тут есть второй кабель был подключен, iPhone я заряжал, тоже зарядил. Вот, и видите, кабеля длинные. Все четко заряжается. Все четко работает. Давайте посмотрим теперь, что тут у нас по обновлениями. Так. С обновлениями что тут? Кстати, он шумит, если слышно. Сейчас. Ну, надеюсь, слышали. Вентилятор там шумит. Напрягается ноутбук после обновления. Так, ну чё, вроде работает все. Сейчас, секунду, еще подождем и посмотрим. Так. Microsoft, так, угу. Ну чё, зайдем, посмотрим. Обновился. Центр обновлений Windows. Сейчас посмотрим последнее это. Ну, должно, по идее, ничего не должно сейчас быть. Я просто на всякий случай, мало ли, вдруг как-то у меня было такое, что после обновления вылезло еще какое-то обновление. Так, ну, как и ожидалось, ничего нету. Смотрим журнал обновлений. Так, обновление компонентов. Так, ну вот оно, да. Успешно установлено. Вот оно. Вот оно. Вот оно успешно установлено. Да, вот эта сборочка. Успешно установлено. Ну что могу сказать? Все восстановилось. Работает. Че? Все работает. Можете обновляться. Все, друзья. Еще раз всех с прошедшими уже праздниками, с наступившим Новым годом. Всем пока.